Крипер. Блин, тут, оказывается, недостаточно освещено, да? Да. Плохо освещаешь. Почему бы тебе самому тогда не поосвещать? Ненавижу это делать. Ты вообще любишь делать только то, что не скучно, да? Да. Вот так вот надо строить. Именно вот, если на полублок выше мы бы строили, то там мы могли бы заспауниться мобы. А так лол. Нет. Я, кстати, стримы туда вниз. Вон туда, куда я смотрю. Видишь, там на клине сундук? Нет. Нет, да? А, вижу. Ага, вон. Когда мы к снегу... Видишь, это дорожка? Да, она к снегу идет. Когда мы к снегу пойдем, тут сундук доводим. Так, все не освещено, кстати. Тут заспаунить любые могут. Никто здесь не может заспаунить. Я же говорю, это плиты. Так ты же говоришь. А, на плитах никто не может. Да. Если они... Только если они обычной стороной. Если они перевернутые, то могут. Просто могут спавниться на поверхности блока, а это не поверхность блока, это половинка блока. Ты так в воздухе летишь. Да? Да. У тебя не прорисовалось, что ли? Нет, ты в воздухе, ты же справа строишься. А, ну, да. Типа того. Ну вот, типа того. Блин, страшные такие вот эти плиты, да. Эти сталактиты? Да. Самое хорошее, что бояться на самом деле нечего, так как могут быть там спауниться не могут. А спаунеров в них нету. Мне они просто чернотой своей не нравятся. Да я знаю, мне тоже, но... Ну-ка, я вот так освещу, чтобы было посветлее. Ага, так. Так, я... О, зомби! Где? Лол. Стоп, где? Вон, видишь? Ха, он шел за нами всю дорогу. Ха. Так, я вижу спаунер Гаста. Ты видишь спаунер Гаста? Да. Я не вижу теперь шерсть. А, я ее вижу, она впереди. Я вижу, ты видишь вон там в справа сверху светокамень? Нет. Вон там, не совсем там, где ты стоишь. Я вижу гасты. Вон слева. Туда, куда я смотрю, посмотри. Не вижу. Нет, да. Я слева сверху вижу спаунер гаст. Я тоже, но мы его не будем активировать. Мы слишком далеко. Я тут освещаю только для нас, блин. Да. Ну тебе все видно, у тебя монитор солнечный. Так, главное, чтобы сейчас случайно не отпустить shift. Да, это вообще, прикинь, рука дрогнет. Да, ну я прям со всей дури этот мизинец нажимаю. Вдруг у тебя он резко сломается, у тебя начинает все болеть. Сломается мизинец, ага. Вот ты придумал. Ой, смотри, спаунер гастов и шерсть, да? А ты шерсть уже видишь, да? Вон, в правом низу. Я еще не слишком далеко простроил. Нет, ты а что ты сам не посмотришь? Просто не хочу пока. Ага, все, я ее вижу. Вот теперь ты видишь там сверху справа светокамень? Да, много светокамня там. Там будет золото. Еще там будет дофига еды, каменных инструментов. Так, я не знаю, как лучше всего на этот... Мне кажется, стоит вот на этом же уровне простроить к тому сталактиту, потом просто спрыгнуть на спаунер гастов, сломать его, и потом забрать шерсть и простроить вверх. Ну, то есть, не построить, а под себя. Да, там вроде он даже не один, а два. Ой. Светло, да? Лал, я ударился башкой. У тебя светло стало, да? Чё я творю? Не знаю. Ты реально, смотри, куда я уже ушёл. Вон, ты видишь, там два спаунера гастов, они как-то неудобно так расположены. Ладно, хоть они не смогут сломать наш мостик. Ой, один активировался. Я знаю уже, я это чувствую. Два активировался. Я это чувствую. И чё, это ГГ? На самом деле нет. Фу-фу-фу-фу, Дим, ты чё? Ой, красавчика, ой, от души. Я их боюсь так. Они просто страшные очень. Ты ой, заметил, что я уже спрыгнул? Я заметил, что ты уже сломал даже. Вот там еще один летает газ. Я знаю. Ну, теперь я уже его не боюсь, так как отсюда он меня уже не скинет, от души моего. Я не дотягиваюсь, фак. Вот, теперь дотягиваюсь. Все.
Тащим! Ты заметил, как мы тащим сегодня? Я тут лесенку начинаю простраивать какую-нибудь. Чтобы я выбрался, да? Ой. Сиреневая шерсть. Прекрасно просто. Так, вот так, короче, ничего не делай, главное. Лол. Ладно, я тогда тут пока подожду. Ага, ой. Раз ты знаешь, как все делать. Так, короче, теперь вот так. Ты уверен, что по ней можно будет? Да, все можно. Давай теперь ты вначале ее протестируй. Ну. Молодец. Так, теперь надо обнаружить, где тут светокамень. Ага, вон он там. Мне кажется, стоит строить прям от... Прям обогнуть этот сталактит и продолжать строить там. Обогнуть. Да. Обогнуть. У меня плит сколько осталось? У меня еще стак. Всего-то. У меня-то еще два есть еще. Да. Ой, как мне... Все время боюсь shift отпустить, а? О, опа! Че, хорошо тебе стало, да? Да. Так. О, золотые блоки. Да, я их даже отсюда вижу. Но все-таки лучше забраться вон туда, потому что там еще сундучки будут. У тебя обычно блоков нет? 6 булыжников, 5 замшевых. У меня 5 замшевого тоже. Почему ты и ты, и Андрей называют его замшевый? Хм. Если он замшелый. Замшелый. Да. Вот я никогда этого не понимал. Ну бы просто. Как бы это лучше всего сделать? Лесенка. У тебя есть? Чё? Лесенка, я даже хочу именно как лесенка. У тебя дерево есть? Нет. Зачем как лесенка? Потому что она удобнее всего будет. По полублокам тоже можно же пройтись. Я знаю, хотя да, давай. Но только надо будет ее как-то так туда-сюда делать. Ну ничего. Делай. Во. А ты чё как ставишь-то странно? А чтобы мобы не спаунились. А чё вот эти я сейчас вот сюда полублок поставлю? То там могут... сможет заспавниться моб. А если я освещу? Ну тогда нет. Нет, я не буду освещать. А блок всё-таки поставил, да? Нет. А он туда, ладно. Так. Дай. Чё тебе дать, чё тебе не дам? Плиты? Ты не боишься, что они упадут? Если ты их прямо кинешь, то нет. А как я могу их криво кинуть? Нет, ну куда-нибудь в бок. Смотри. Ага, прямо. И еще. Угу, еще давай. Рискованно. И еще. Все. Фух. Это было. Это так страшно было, да? Тяжело. Самое главное, что вот этот весь мостик и вся эта лесенка, ни один моб на ней не может заспауниться. Хотя может там, где ты стал строить лесенку ко мне, к шерсти. Там заспаунится моб. Хотя ты там освещал? Да. Хорошо. Не все, конечно, освещал, но там много. Нет, ну близко к тому, где. Да. Где мы. Ну да, все норм. Так, мне сейчас надо. Вот так вот сделать. И теперь. Как все опасно здесь, все. Я боюсь, вот эта пустота на меня вообще смущает уже. Я слышу паука, я его очень сильно боюсь. Ай! Чё? Ты видишь его? Нет. А где? Вверх, посмотри. Да, он от того прям. И он не хочет падать явно. Все, он упал. Хочет он. Кто его спрашивать будет? Как он заспаунится? Там несколько блоков снега, он на них заспаунился. Вот урод, а. Крыса. Криса. Он не Криса, он Миш. 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 Миша. А чё мы к золотым блокам не идем? Так мы таким образом к ним и идем. Факт, тут коренная порода.
Ломай, ломай. Да. Я еще буду ломать, вообще насрать. Блин, я так не могу залезть, так вот придется. Ладно, я пока буду ломать в хренную породу. Ладно, увидимся через миллион лет. Да. Ну, может выпустить уже обновление. Что коренную породу можно чем-то сломать. Может уже в Майнкрафте будет все время креатив. Да нет, знаешь, как будет то. А специально снег сделали, чтобы тут спавнились? Нет, раньше-то они и на коренной породе тоже могли спавниться. А зачем? Внизу криперы, спаунер. Аккуратно, не вставай сюда, брось ломать блоки. Чуть подо мной блок не сломал. Вон тут аккуратно сейчас встань. Да, коренную породу подо мной сломает. Не, ну кто знает. Весь снег я хочу сломать. Если бы ты, кстати, там блок подо мной сломал, я бы... А, да, я бы... Да. Тихо-тихо. Там много криперов. Там спаунер, да. Чё, постреляем в них? Шо ли? Ну, да, я буду пока к ним спускаться, вот такую лестницу делать. В меня не поди. Ой, я не так поставил плиту. О. Опасно. Мишки. Они ничего мне не сделают. Ты, сори. От меня знаешь, сколько хп этот снесло? 4,5. Ничего себе. Ничего себе. Вот это неожиданность. Вот это прикол. Прикол. Все там, да, там. Еще один. Ага. Зачем мы вообще это делаем? М? Чё? Зачем мы ломаем этот спаунер? Чтобы он нам не мешал. А, там влево проход есть же. Лесенку, пожалуйста. Блин, стоп. Так. Лесенку. Так. И вот так, все. Отлично. А хотя нет, стоп, я сделаю ее получше. Там вот. Никого не будет? Да нет, вроде. Только а там вы... аккуратно, там читерские дыры. Не понял. Вот сейчас погодь. О, тут посмотри вот сюда. Тортик, пшеница. Я еду всю беру. А эти нам не надо. А где читерские дыры? Сейчас. Так. Лол. Чё? Вот ты сейчас упал? Посмотри. Сейчас смотри вот на этот снег, на который я. Я смотрю. Че? Во. И че, как так? Видишь, я же тебе рассказал вот эти... полублоки? Да, не полублоки. Они от факел, типа это. Да, это были такие не блоки снега, а слои снега в воздухе висели. Он их с помощью редактора в воздух поставил. Но в этой версии сквозь снег провалиться не... Нельзя! Вон! А вот он! Лол. А меня кто? Это ты сам себя... Вот это попал. Мне вообще не нравится вот этот рёв. Так, вот это я все заделаю. Так вот. Фух, теперь я могу спокойно стоять, ничего не бояться. Чё, я блок собираю? Да. Всё, я всё сломал. Ой, я почему-то сейчас вспоминаю, как эти два чела, которых я стрелял, проходили эту карту. В этом месте, когда они собирали эти блоки, они такие пьяные были. Да? Они просто эти... Почти все блоки, которые здесь были, собрали... И совершенно не понимают, для чего они делают. Они просто вообще чушь всякую несли и просто собирали эти блоки. Понять не имели, для чего. Это смешно, на самом деле, было. Надо будет, когда нам 18 будет, тоже как-нибудь так сделать. Потому что это реально, это весело. И эти видео у них, они сами... Это самые смешные видео, которые у них вообще были. Это те видео, в которых они пьяные. Это самые смешные видео. Надо будет обязательно так сделать, когда вырастем. Ну, хотя,
Мне 2 года, тебе 3. Не так уж и много осталось. До того, как нам будет это официально можно. Да уж. Машина пипикает. Аккуратно только, под некоторыми из них может быть пустота. Я уж понимаю, я так и делаю. Не нравится мне вот этот рёб зомби. Да ладно, они снаружи сталактита заспаунились на золотых блоках. Такая лестница тут. Классная. Зачем мы все собираем? Может быть, мы тоже пьяные? Нет. Ну-ка, сколько их уже? У меня уже их 46. Всего? Да. У меня стак уже. Блин, а? Зачем? Да я не знаю, зато дофига рельс-ускорителей будет. Для них же железо не требуется. Да, кстати. Для них требуется редстоун, который у нас на спауне просто куча. Так, полно его. Ну. Блин, мне очень не нравится это. Блин, может быть, реально хватит. Зачем? Нет, а зачем нам его столько? Вдруг нам очень много всего понадобится. Не, ну если много понадобится, то можно будет потом его пособирать. Ладно, давай пошли. Убедил. У меня его ровно стак. У меня стак 36. Ты не фармер. Так. Кто? Нет. Тут плита. Давай. Хотел ее просто подобрать. О, а теперь надо добраться до дома в безопасности. Сделаем тебе броню железную. И пойдем тащить дальше. Так, какой ты где? Тут. Не спустилась. Да. Я иду по нашей лестнице. Моба безопасной. Так, главное ни влево, ни вправо не упасть. И главное на конце лестники притормозить. Шит. Да. Ой, тут я боюсь, сейчас скелеты будут. А, нет. Что? Нету скелетов, хорошо. На твоей лестнице. Чё, как ты меня за кого принимаешь? Нет, она же у тебя не все блоки именно как на в той в нужной позиции стоят. А в старых версиях на полблока могли заспауниться? Нет, нет, они никогда не могли на них заспауниться. То есть зомби не могут заспауниться на коврах? Ну, ковры это не считается как полублоки, это считается как... Это то же самое, что и слои снега. А что если вокруг коров факел поставить? Ой, спаунер активируюсь. Не, он просто дрыгается вроде. Осторожно, зомби и паук. Впереди. Они уже нас видят, вот. Офигеть. Паук, ты видел, он просто... Он даже не на нас побежал, он просто так подпрыгнул и вниз. Чё? Это злорадскую лестницу. Всё, мы туда больше не вернемся, к счастью. Фуф. Как тот чувак там на самый верх забирался. Да он вообще безбашенный. Убей крипера. Не хочу. Как хочешь. Не хочу. Там одна из картошек уже выросла. Он прям с тобой бежит. Я его убью. Так, на этот раз кто что будет ставить? Я шерсть? Или у нас шерсти нет? А, шерсть у нас. Есть. Давай, я шерсть, а ты блок. А я целый стак золотых блоков. Да. Вон она там, она самая третья. Самый прям третий. Да. А, стоп, всех. Ты до сих пор питаешься плотью? Нет. Да вряд ли у тебя так получится. Ладно, вот так хотя бы. Ставь. Так.
Сейчас я, у меня есть идея. Сломай этот блок, хотя я сам. Вот. А, не получилось. Фак. Блин. Ну ладно. С кем я живу, а с кем? Кто? Так. Железно. У нас железо еще не допеклось, но ничего, его хватит. Как оно могло не допечься? Да так, потому что мы были далеко. Далеко, далеко. Вон 28 железа же у нас есть. А-а-а. Сделай мне броню, плиз. На. Сзади тебя. Че уже сделал? Сделал. Я же быстрый. Мне свою просто отдал. А что тогда на мне? У меня есть золотая терраса. Ой. Красивая какая, ой, просто. У меня теперь есть 20 хлеба и 4 тортика. Поставь тортика куда-нибудь. Я хочу, мне надо его питаться им. Ой. Нифига ты голодный. Еще один поставь. Все, хватит. Ты даешь. Лол. На. Тебя дома плохо кормят по всему. У тебя только плоть. У тебя только плоть есть, да? Нет, 9 картошки есть. И свинина, и хлеб. А. Так что тогда не ешь ничего. Так, сейчас нам куда идти? Вот как ты считаешь, куда тебе больше охота? Снова в лес, дальше в ту песчаниковую штуковину или туда, где снег? В лес. Окей. Там страшнее. Там андермены. Да. Вряд ли, конечно, нам стоит будет ходить по земле, мне кажется, будет намного... Хотя нет, лучше по земле, у нас броня же есть. Мы просто... Мы же вообще мощные теперь. Ну да, мы как-то аккуратно так. Мы грибы там соберем, дойдем до данжа одного и до другого. Там два данжа еще есть, которые мы не обследовали. Ну, на один из них я случайно... Чё, мы сегодня очень много сделали. Это хорошо. Да. 3 этих, что ли, сделали мы? 4. 4 сейчас еще сделаем. А сейчас мы сколько сделаем? Если мы весь лес допроходим, то еще 3 шерсти. Полчаса до 11. Полчаса. Надеюсь, что успеем. Я, конечно, когда копал к воде, я наткнулся на один из данжей, правда. У меня тогда не было ни... Вообще ничего не было у меня. С тобой зомби идет. И там были ифриты. Ну, ифриты мне уже не страшны, если честно.